Приглашается заведующий подростковым молодежным клубом «Березка» Алюков Павел. Юрий Петрович Воронов. Я к ним подойду, одеялом укрою. О чем-то скажу, но они не услышат. Спрошу, не ответят. А в комнате трое. Нас в комнате трое, но двое не дышат. Я знаю, не встанут. Я все понимаю. Зачем же я хлеб на три части ломаю?